Беседы и песни у костра, преодоление препятствий и кулинарная битва в живописном месте. Отдел по делам молодежи совместно с отделом по физической культуре и спорту администрации Харциска приглашает любителей активного отдыха на природе принять участие в традиционном туристическом слете рабочей молодежи. Мероприятие при поддержке местного отделения общественного движения «Донецкая республика» пройдет уже 5-й год подряд. 24 августа на территории ландшафтного парка «Зуевский» Маевка состоится традиционный турслет для рабочей молодежи, который будет проходить в рамках празднования Дня шахтера. На сегодняшний день мы еще принимаем заявки, потому что их можно подать до 22 августа включительно. Заявку можно подать либо прислав ее на электронный адрес нашего отдела, либо же просто принести к нам в отдел, в администрацию города Харциска. Планируется, что в этом году участниками турслета станут около 100 человек. Для них организаторы подготовили насыщенную программу, во время которой рабочая молодежь сможет проявить и творческие способности, и физическую подготовку. На сегодняшний день у нас уже подано 5 заявок. Вот мы еще ждем новых участников. Это будут как традиционные полюбившиеся конкурсы, это конкурс-визитка, конкурс кашеваров, туристические полосы препятствия и так далее. Ну и, конечно же, будут новинки, которые, я думаю, приятно порадуют наших участников. То есть будет весело, интересно, собственно говоря, как это всегда и проходит на данном турслете. Помимо конкурсной программы, атмосферу слета, как водится, дополнят туристические мелочи. Чай из самовара, ароматная еда, приготовленная на костре, разумеется, песни под гитару и общение в кругу друзей.